С утра у меня стакан воды с яблочным уксусом. И я поставила себе воду на день с огурчиком и кинзой. Делаю смузи. У меня есть клубника греческая, которую совершенно невозможно есть. 12 часов. Водичка уменьшается. Так вот, греческая клубника. Ни запаха, ни вкуса. Какая-то синтетика. Короче, я ее в смузи. Клубника, бананы, немножко кинзы, базилик, кусочек имбиря. Добавила немножко семян льна. Вот они. Пришлось добавить 4 финика. Было кисло. Получился очень даже неплохой смузи. Пол второго у меня виноград. Стаканчик камбучи буду. Пробиотики нужны. Обед. У меня супчик из киноа и овощей. И крекеры кукурузные, авокадо, вяленые помидорки и базилик. 4 часа у меня фрукты. Киви, мандарины и бананы. 5 o'clock. Но у меня сегодня не чай, а какао. Чайная ложка какао и вода. Еще у меня будут крекеры кукурузные и инжирный джем. Выпила почти всю воду. Я ее, конечно, допью. Время 8 час. Ужинать я не буду. В общем-то, не хочется. Собиралась сделать спагетти из огурца с хумусом. Но не буду. Вот какой вывод я сделала. Воду надо пить. Я пила гораздо меньше воды и больше ела фруктов. Ну, теперь я поняла, что нужно делать.